Финляндии из семьи политического деятеля Тима Куусинина забирают его сына 7-летнего Ивана. В жестоком обращении обвиняют русскую жену Тима, Настю Куусинин. Поводом для изъятия из семьи ребенка послужило анонимное обращение в социальные службы. Тиму не верит в виновность жены, он считает происшедшее происками политических конкурентов. Настя видит причину в конфликте с соседкой финкой из-за проигранного той судебного спора. Мальчик попал в приют, просится домой. Он отказывается давать обвинительные показания против своих родителей. Нанятый Тиму адвокат вступает в тяжбу с финским государством за судьбу ребенка. Сложившаяся ситуация оказывается очень сложной из-за принятой на территории Финляндии ювенальной юстиции. К тому же на Тиму давят соратники по партии, которым не нужен громкий скандал в ходе предвыборной гонки.